Так, ребятки, у нас воскресенье, и мы делаем шашлычки. Ну как шашлычки? Мясо на гриле. Первый раз Дурин решил с Артемом сделать теленка. Вот это такой стейк. Стейки. Но не говяжьи, а телячьи. Ну, более молодые. Посмотрели в интернете. Надеемся, что получится. Здесь три штуки, но это на двоих. Я не ем. Я вот для себя беру, ну, как мини-стейк, написано минутеншницл. Они уже замаринованные. Не знаю, что идет в состав, но, ну, знаете, девочки, раз в неделю позволяю себе кушать мясо, то пусть хоть оно будет вкусным, замаринованным. Вот, купила себе актимель без сахара. Два шампура, но на них, на шпажке, мы будем закалывать грибочки. Мы их часто жарим на гриле, и кукурузку. Вот два кочана, Дурин не кушает, только мы. И еще у нас будет болгарский перец. Может, лук нарезать? Как вы думаете? Думаю, будет вкусно. Идемте на улицу, я вам покажу мой гриль. Наш гриль. Вот он греется. Все до казанчика. Руки не дошли что-то приготовить. Вот у меня здесь тыква био. Я хочу сделать плациндочки такие из тыквы. Купила слоеное тесто в турецком магазине. И может сегодня, если мне не будет лень, я сделаю. Был, значит, у нас наш хозяин. Так плохо спала, поэтому у меня такой видон. Был наш хозяин. Мы с ним обсудили маркизу. Оказалось, что маркиза стоит очень дорого. 3500 евро. Мы поговорили с ним по душам и пришли к соглашению, что было бы нечестно, чтобы только мы за нее заплатили, чтобы пускай мы платим за нее, но чтобы было внесено в контракт, что если он сам захочет с нами расторгнуть контракт в течение года, значит, он возвращает полную стоимость. Если он захочет расторгнуть с нами контракт в течение 5 лет, значит, половина стоимости. Я думаю, что так было бы честно. Вдруг ему не понравится его работа там в Берлине, и он к нам вернется в Мюнхен через полгода. У нас-то контракт бессрочный, нелимитированный. Но все равно, если у хозяина есть план вернуться или у него какие-то другие планы, то он может нас предупредить за 3 месяца, что мы должны типа найти себе квартиру. Но обычно это бывает только в том случае, если он сам хочет сюда въехать, или же если он хочет продать дом, выгнать нас, чтобы вселить других, ему закон не разрешает. Ты его так можешь засудить, что мама, не горюй. Смотрите на улице, красота какая. Вышло солнышко, но, девочки, холодрыга. Я вот постоянно хожу одетая. Мы до сих пор, до сегодняшнего дня, не знали, как, хоть у меня муж разбирается в инсталляциях, в отоплениях. Да, у нас же фирма по сантехнике, так скажем, и по отоплению. Но мы не знали, откуда регулируется температура в поле. То есть у нас обогрев, теплый пол. Но мы не знали, как повысить температуру. И только сейчас докумекали, как это. Вот сейчас уже, ну, приятно чувствуется. Не теплый, но хоть, знаете, не каменный, холодный. Уже более или менее. Вот тебе и лето такое. Артём, не прячься, мы тебя звезду не будем снимать. Ты остаешься за кадром, как голос за кадром. Значит, лето такое, что ходишь в шерстяных чуть ли не носках, и в куртке, и в сапожках, и... Ой, беда, беда, беда. Да, я беру, а то у меня аж раздражает, когда что-то раскидано. Надо все убирать, 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 убирать. О, красота. Классная задумка. Сарес. Да, это для того, чтобы соль пентру касаря, че? Сарес, сэм, проще, сейчас. Униформ? Да.
Для того, чтобы Так же соль бульгур, да? равномерно легла. Если посолить их, когда они в лежачем положении, эти шпажки, то получается, что соли штука с одной стороны. Ненавижу, когда на этом камне, у нас столешница каменная здесь, ненавижу, когда видны брызги. Мне кажется, что-то неаккуратно. Не люблю. Блин, целый день по дому есть работа, и все равно все не идеально. Целый день что-то делаем, 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 делаем. Вот так. Мне кажется, что идеально там, где вообще не готовят. Вот тогда все чисто, все сухо, все вытерто. Классно, что посудомойка здесь большая. И вот есть еще третий этаж для ножей. А, холосеш? А, кстати, мы обмазываем салом, кусочек сала берем и протираем хорошо решетку от гриля, для того, чтобы мясо не прилипало. Эту морозилку мы не используем, вообще не пользуемся ей, потому что у нас большая морозилка в подвале. А это какая-то, не знаю, холодильник хороший, но маленький, невместительный, она тоже невместительная и покрывается льдом. Вообще, это уже прошлый век, чтобы морозилка покрывалась льдом. И начинаю себе в тетрадь записывать рецепты для Вали. Самые мои популярные рецепты. Но это не то, что я там собираюсь куда-то там тю-тю, цигель-цигеля и лю-лю. Но чтобы было. Потому что у меня раскиданы то там в квартире где-то одна тетрадь, то там в доме, в топлице, в деревне там тетради, все рецепты везде. Хочу одну большую тетрадь сделать и только самые такие удачные, потому что бывает такое, что я записываю, а потом только пробую, а сюда только вот самые удачные рецепты. Вот смотрите, как Дурин это делает. Куда pentru ce asta să facem? Să unge grătarul. Habar n-am tot. Ca să nu se lipească carnea? Și asta e o idee. Вы тоже так сальцем делаете? Хорошо-хорошо протираете гриль, решетку? Или вы так не делаете? Я сейчас спросила у Дарина, говорю, чтобы мясо не прилипало. Он говорит, наверное, и для этого. Но вообще он не знает, для чего это делается. Ну, кстати, вот остатки, если ты не помыл решетку вот с прошлого раза, то они лучше отходят. Огонь их сжигает, еще вот жир. Ой, нифига себе, дым. Сейчас наш дедок придет, будет возникать. Кстати, вот эту вот клумбу, вот стоячую как ваза, мы решили оставить. Вот тот вот вазон, который прям на земле, как корабль. Мне кажется, что он вообще не вписывается, он из другой истории, не отсюда. По дизайну вообще как-то некрасиво, не подходит. Вот эта большая ваза, мы ее оставим, может быть, еще цветочков добавим. И вообще у них клумбы неухоженные. Я уже говорила, что хочу посадить, может быть, пионов, потому что я их обожаю. Еще, кстати, забор, перегородку, оказывается, он купил в Оби. Кто меня спрашивал, в Оби 80 евро стоит. Вот этот забор, он нам разрешил еще кусок добавить. Блин, хоть здесь погреюсь возле гриля. Все девчонки перед грилем подбухивают винцо, а я вот Актимель. Так я йогурты не покупаю, потому что они многие с сахаром, и я не беру. Нафига мне лишний сахар? А этот нормально, без сахара. В Вкусненький. общем, с техникой в доме более-менее разобралась, но вот с этим, еще с этой духовкой, еще не совсем. У кого есть духовка паровая, зачем этот пар? Просто для очищения или же для того, чтобы выпекать с паром? Я думаю, что пар это для того, чтобы выпечка лучше была. Кто печет с паром? Вот так вот. И вот бак для воды. Наливаешь воду и включаешь функцию с паром. Тут разные функции есть. Есть и функция выпекания с паром. Свои эти традициональные козунак румынский я тоже подкладывала тарелочку, в которую наливала горячую воду. Ну, лучше получается. Мне кажется, что вот именно для этого и созданы такие вот духовки, чтобы не подкладывать тарелочку с горячей водой. А девчонки мне там писали, что это только для очищения. Вот не знаю, пока некогда было проанализировать этот вопрос. Хочу попробовать.
пахнет, как на море. Красота. Красота. Еще бы шум прибоя слышать на фоне этого шума. Не шума, а на фоне шипения шашлычков и овощей. Шум прибоя. И чувствуешь себя, как в жаркой Турции. Только прилегла в обед и думаю, девочки, для меня самое важное, чтобы, ну, помимо всех вещей, чтобы там дети были здоровы, чтобы все было хорошо, мне важно, чтобы через неделю мои нейтрофилы и лейкоциты показали хорошие результаты, не подвели меня, и чтобы мне дали четвертый цикл и Ибрамс. У меня вот только началась та неделя, когда я не принимаю таблетки, и сейчас начинается самая большая слабость. Только походила чуть-чуть, вот поехали с Дорином, кое-что купили там свекрови, потому что он уезжает домой за Валькой. И все. Он еще предлагает мне, идем там в турецкий магазин, арбузика тебе купим. Идем там в тот магазин, затаришься, чтобы у тебя все было, пока меня не будет, потому что я уезжаю на машине, чтобы ты потом это все не тягала руками. Идем туда, идем туда, идем туда. Может, ну, что-то приглянется тебе. А я вообще, вроде бы в голове настроение хорошее, вроде бы планы такие большие, а такая слабость. Не могу сказать, что что-то болит, ничего не болит, но как-то просто хочется лежать, лежать, лежать и ничего больше не делать. Завтра Дорин уезжает в Румынию, как только кто-то из моих уезжает, тот день, все, я уже начинаю думать. Вот мне комфортнее, когда все рядом. Нервирует, когда все рядом, потому что как бы много места не было, все равно ходишь, там смотришь, не разулись, пепельницу оставили, носки, букеты носков везде. Ходишь, их там дисциплинируешь, ну и без них тоже плохо. Так что вот так вот такие новости. Девчонки, всех целую. Всем-всем пока-пока. С вами была Каро. Встретимся с вами в следующем видео. Апропо. Кстати, я не похудела. Я вешу тоже 47,5-48 килограмм. Зависит, на какую камеру я снимаю и с какого ракурса вам так кажется. Все, окей. Может, щеки немножко, да? Но так нет. Ну, на 300 грамм, может быть. Все. Всем тем, всех лав. Встретимся с вами в следующем видео.